Друзья, всем привет! Меня зовут Константин Крылов, я детский стоматолог клиники Dental Fantasy, и сегодня хочу вам показать один достаточно интересный кейс и рассказать про него чуть более подробно. Пациент чуть старше 2 лет, приехал из другого города, и вот таким образом выглядели его зубы. Обратите внимание, что все передние зубы, они поражены достаточно серьезно кариесом, и это циркулярное поражение, то есть зубы разрушены со всех сторон. Конечно, эти зубы выглядели очень некрасиво, но помимо этого, к сожалению, ребенок уже не мог полноценно откусывать еду. Практически невозможна была гигиена полости рта, то есть чистка зубов, потому что это доставляло боль ребенку. Перед началом лечения мы провели рентгенологическое обследование и уточнили диагноз. В данном случае, конечно, речь идет о пульпите, нам пришлось здесь работать с нервом. Мы его не удалили полностью, а лишь частично убрали. Этот метод называется витальная пульпотомия, зубы остались живыми. И после лечения нерва я восстановил эти зубы с помощью стандартных цирконевых коронок. Сейчас покажу, что получилось. Такие белые красивые зубки, которыми, конечно, можно уже полноценно откусывать пищу. И самое главное, у ребенка ничего не болит.